Всем привет, друзья, с вами очередная посылочка с Китая, которую я хочу вам показать. Вот, доехала не сильно быстро и не сильно медленно, то есть 23 марта ее заказали, сегодня 7 апреля и она уже у меня. Здесь находятся наушники, как их там правильно называть, Beats Solo, да, то есть Dr. Dre и так далее. Давайте откроем и посмотрим. Думал, коробка будет очень такая побольше, как бы, да, но видим, она не очень большая и как бы не очень маленькая тоже, но думал, чуть-чуть будет побольше. Что ж такое? Ох, Китай, запаковал как себе, наверное. О, у нас тут прям, я не знаю, День Святого Валентина, наверное. Вот китаец вечно так упаковывает. Это уже не первые наушники. Но как-то так упаковывает. И смотрите как, сердечки тут какие-то. С юмором. Друг дорогой. Но нам как бы это не очень важно. Давайте вот так вот еще откроем. Да, запаковано, конечно, надежно, очень хорошо. Это все радует. Ну что ж там внутри, тоже интересно, да? О, господи, тут куча всего просто. По-другому не откроешь. Вот они. Чуть-чуть мятые, конечно. Ну это коробочка только мятая, да? Ого, тут, конечно, неплохо мята, ну, в принципе, зачем она нужна нам, да? Вот такие вот наушники. Я не знаю, как они тут открываются. Наверное, вытаскиваются, да, как-то? Или как-то открывается, наверное, здесь. Ну, буду, наверное, заказывать эти наушники, если кому-то надо, будут только сингапурской почтой, потому что очень долго ждать почта Китая. Реально больше месяца, да, и не очень это как бы привлекательно. Да, вот шли в белом цвете, вот так вот сложены они. В комплекте шнур 3-5, вот, и вот такие вот у нас бицы. Вот, ну, сейчас проверим качество. Что-то вымазано. А, ну это все оттерлось. Да, вот такие вот бицы у нас. По качеству должны быть очень хорошие. За свою стоимость как бы лучше аналогов нету. Вот. Здесь вот так вот у нас включается, я так понял. Вот. В эти разъемы. А, то есть, нет, в один разъем любой, да. И, то есть, там в телефон, в плеер. Как бы вот так вот. Ну, не знаю, друзья, как они на самом деле по качеству, но такая посылка как бы существует, и на сегодняшний день они очень продаваемы у нас. Вот, цена очень актуальная и очень интересная. Вот, ну, пластик такой, конечно, я бы не сказал, что это супер, что я видел вообще из них. Ну, и не самый худший, как бы, на сегодняшнее время, что можно вообще купить. Там будет буква Б перевернутая какая-то, или там, я не знаю, вообще ее не будет. Там что-то будет написано, там, допустим, смайлик какой-то. Вот, но такие наушники как бы существуют. Давайте посмотрим по коробке, что все-таки здесь есть. Ну, коробка как бы вот так вот выглядит, да, Dr. Dre сам. Ну, коробка оригинальная, видно. Вот, друзья, ну, в принципе, и все, что я вам хотел показать сегодня. Также будут очередные посылки, но просто сейчас ситуация в нашей стране такова, что не очень все быстро приходит, потому что, вы знаете, если новости смотрите, сейчас у нас идет как бы гражданская война на Донбассе. Вот, так что вот такие дела. Все, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
вступайте в группу ВКонтакте, пишите, задавайте свои вопросы, всем всегда отвечаем. Всего доброго, всем пока.